парковки вот возле магазинов, инвалидных мест, люди вот стоят, раньше у нас вроде бы как эвакуировались автомобили, те, которые стоят незаконно там, а сейчас какие-то меры предпринимаются в этом плане, или это на откуп магазинам отданы? Оставляются протоколы административного правонарушения вместе с тем, в связи с тем, что был расторгнут правительством области контракт с организацией, которая занималась эвакуацией транспортных средств, в настоящий момент возможности эвакуировать транспортные средства мы не имеем. В связи с чем обращались письмом, значит, в администрацию прокуратуры района с целью своевременного реагирования и заключения контракта на оказание данного услуги. Видеонаблюдение города Балакова и района, я имею в виду и улицы, и территории учреждений, помогает ли это вам в раскрытии преступления? Наличие камер помогает достаточно сильно в раскрытии преступления, в установлении и в отождествлении лиц, совершивших. Но вот краткая статистика. Всего у нас на территории района 2317 камер видеонаблюдения. Мы учитываем не только камеры, которые установлены администрацией, но и гражданами, магазинами, различными торговыми центрами. Но из них всего лишь 60 выведены на мониторы ГИБДД. Значит, отмечаю крайне слабую работу с управляющими компаниями, если на примере таких районных центров, как и областных центров, как город Саратов. Большинство из них устанавливают видеодомофоны с возможностью записи камер видеонаблюдения, которые установлены в них, что достаточно активно помогает в раскрытии преступлений, да и мелких правонарушений, то здесь такие случаи достаточно редки. Вот на это бы хотелось обратить внимание и попросить в этой части содействия в работе с управляющими компаниями.